Здравствуйте, меня зовут Шетников Роман, и мне 14 лет. Я обучаюсь в художественной школе «Колорит» города Саяногорск. Эта работа началась с того, что я читал этнические хакасские легенды, и мне понравилась одна из них. Она называлась «Мальчик в почке». Я решил создать композицию к этой легенде. Легенда привлекла меня поворотом сюжета и отважностью главного героя. Композиция выполнена масляной пастелью, в ограниченной палитре и на темной бумаге, что позволяет передать время суток. На этом все. Спасибо за внимание.